Привет-привет, мои прекрасные друзья. Вот и явились мы в Дублин, Ирландия. Это наш отель. Называется он Марлин. Ну, сейчас посмотрим, что там за Марлин у нас. А, это завтрак с книжечками. Все, как я люблю. Видите, соединили кафе с библиотекой. Так, что здесь интересно? Ой, я видела в Болгарии, покажу вам такую статую шоколадного ресторана. Ух, это будет в Несебре. Видите, так вот славненько. Так, вот завтрачек. Мы пошли сюда. Это небольшая экскурсия в лобби отеля, чтобы вам было веселее. Ну вот как-то так. Вот видите, гапон. На верхотуру можно. Вторую палубу. Дек, дабл дек, бас. Ну, в общем, что-то мы тут посмотрим. Ради вас, Discover Dog. Сейчас идем. Посмотрим, что у нас на улице. В Торонто 30-28 градусов, а здесь сказали 8, но сейчас уже вроде бы больше. Зато все цветет. И такой дождик. В общем, пахнет свежестью и красотой. Все такое современное, но есть и старинные красоты. Это я вам покажу попозже. Ну что, закончим цветущей вишней. Обнимаю вас весенней ирландской любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.